нас уже были ночные заморозки. По этой причине листья на аргуте уже начали облетать. Это дает возможность показать урожайность этого сорта, как говорится, без листвы. Сбор урожая можно совместить и с вырезкой старых отплодоносивших побегов актинидии. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Собрал основную часть плодов актинидии аргута и заодно вырезал плодоносившие и старые побеги. В этом году обрезка была довольно сильная, так как в прошлом году не вырезал то, что нужно было вырезать. Были оставлены молодые побеги, ну и частично побеги прошлого года, которые еще могут послужить 2-3 года. Ну, вот он весь урожай. Это и актинидия, немного собрала и боярышника. В данном случае это сорт Шамиль.